по статистике, кажется, в мире каждая десятая вещь покупается для того, чтобы сделать контент в соцсетях. Есть, например, блогеры, которые постоянно вынуждены делать контент, и они заказывают вещи, они покупают вещи только ради фотографии, или они их берут в аренду. Почему бы, если вещь нужна только для фотографии, не примерить цифровую вещь? Мне кажется, это очень классная возможность сделать моду экологичнее. Физические продукты, вот, модной индустрии, они, те, которые вызывают у меня интерес, они часто мне не по карману. И плюс я не вижу смысла приобретения вещей, которые, ну вот это очень модно и интересно сейчас, а через пару лет это уже неинтересно.